Идея решения в данном случае напрямую следует из названия темы «Жадные алгоритмы». То есть нужно быть максимально жадным. Что это значит? Это значит, что в первую очередь мы хотим взять в рюкзак те предметы, удельная ценность которых больше. То есть что там у нас на складе стоит больше за килограмм, то мы и возьмем. Давайте попробуем эту идею реализовать. Прежде чем демонстрировать свою жадность, давайте для начала прикинем удельную ценность предметов, которые у нас есть. Для этого заведем списочек пар ODE. Первый компонент пары — это будет удельная ценность, а второй — это количество предмета, имеющееся в наличии. Отсортируем получившийся список. Сортировать будем по убыванию. В этом нам поможет аргумент reverse равно true. Обратите внимание, что пары в языке Python сравниваются лексикографически, то есть до второго компонента мы дойдем только если первые компоненты равны. Причем, если два предмета имеют одинаковую удельную ценность, то мы предпочтем в первую очередь предмет, у которого больше объем. Теперь можно быть жадным. Заведем аккумулятор, который мы и вернем. Аккумулятор — это стоимость рюкзака на данный момент. Ну а дальше обойдем получившийся список. Как будем действовать? Если предмет целиком убирается в наш рюкзак, то берем все, что есть. Остаточная емкость рюкзака у нас соответствующим образом убывает. Если же не помещается, то берем сколько сможем. И останавливаемся. Вот такой вот нехитрый алгоритм. Давайте проверим, что на входных данных из примера он работает корректно. Ну и действительно, ответ должен был быть 180.